И привет, друзья, Алексей Бу на связи. Вот, последняя наша такая информация, новости. Вот мы возвращаемся из муниципалии и получили наши продление нашего бизнеса. Давайте попросим Раслин, вот она на заднем сиденье, сейчас вам покажет. Раслин, can you show this certificate? Вот, посмотрите, один сертификат. Сколько теперь у нас уже? How many businesses we have now? Видите, у нас теперь три бизнеса. Can you show one, first one, which one? Вот видите, Mango House, первый. Show second. Потом Mango Moto, это аренда скутеров. Видите, аренда скутеров, окей. Next. И последний, видите, три надо регистрировать, три лицензии. А, видите, car rental, то есть аренда авто. Тоже вот получили. Ну вот, друзья, видите, вот достаточно быстро, успешно приехали. Сколько у нас заняло, то может быть там часик-полтора. Ну, там на нас работает бухгалтер, поэтому она там делает всю работу, собирает подписи, а мы приехали только вот на, ну, как бы основные вещи. Они хотели там узнать, показать им там кое-что. Ну вот, друзья, вот такие у нас новости на сегодня. Раслин, say hi to my viewers. А, видите, да, видите, Раслин говорит, что подписывайтесь на ее канал тоже, потому что у нее тоже, она же очень много про куриц, про яйца, что уже несутся 4 курицы, 4 курицы несутся, уже 4 яйца получаем в день. Вот, друзья, ну все, всем привет, пока.